Роман Аранин. Пока не прыгнешь в воду, не поплывешь. 16 лет назад, летая на параплане, Роман упал с 30-метровой высоты и серьезно повредил позвоночник. Результат – паралич. Потом возникла проблема выбора инвалидной коляски, и Роман понял, что в мире нет коляски, которая бы его устроила. Роман с помощью друга-инженера разработал и построил суперколяску, чтобы и по холмам передвигалась, и по песчаным дюнам. В шутку, а потом и всерьез, ее называли «проходимец». После видео с тест-драйва со всех частей света посыпались предложения перечислить предоплату, любые условия, только бы заполучить проходимца. В 2012 году Роман основал новую компанию, которая кроме изготовления колясок-вездеходов на заказ импортировала и продавала технику, облегчающую жизнь инвалидам. А недавно в поселке Поддубное торжественно открылась первая российская фабрика. Она сможет выпускать ежегодно 2500 колясок с электроприводом. 70 миллионов выделил Фонд развития промышленности Калининградской области в виде льготного кредита. И еще 10 миллионов – это беспроцентный займ фонда «Наше будущее». Работать на новом предприятии будут 72 человека, из них 24 – это инвалиды. Кроме того, строится центр реабилитации инвалидов, жилые дома для колясочников, работающих на фабрике. И сомнений нет, эти планы Роман тоже реализует.